Всем привет, добрый день, с вами канал InDubai. Меня зовут Азат Надыров, и сегодня я расскажу вам про погоду в Дубае в марте. Сегодня у нас 12 марта, светит солнце, температура воздуха плюс 31 градус. Мы с вами сейчас находимся на пляже, на GBR. Вот здесь все поменяли, сделали новое строительство, скажем так. Год назад здесь все было совсем иначе. И вот чуть меньше, чем за год, здесь все строили по-другому. Сделали тут небольшие такие билдинги, построили, как правило, это рестораны, кафе, также сделали кинотеатр. Вот здесь вы видите новые раздевалки, сделали, то есть мужские, женские, современные уже. Раньше, я напомню, здесь такого не было на пляже на Чебиаре. То есть если вы были год назад, то приехав сейчас, в этом году, вы удивитесь, как здесь все поменялось. Также вы видите, здесь на пляже стоят песчаные скульптуры. Вот, это, видимо, в честь открытия их поставили, соорудили. Вот. И также вот еще видите за мной, там на той стороне, вот там же идет строительство. Насколько мне известно, там планируется построить колесо обозрения. Это будет самое большое колесо обозрения в мире. Ну, это будет позже. А сейчас все-таки вернемся к вопросу погоды. Сейчас как раз самый идеальный климат для того, чтобы отдыхать, прилетать. То есть март, апрель и начало мая, вот эти два месяца. Скажем так, 2,5 месяца самый идеальный, чтобы отдыхать. Напомню, что сейчас температура воздуха 30-31 градус Цельсия. Температура воды уже 24 градуса. То есть я еще не купался, пока мы не купались. Но я думаю, скоро, в ближайшие выходные уже пойдем и искупаемся. Вот. Что еще? Здесь, видите, также на этом пляже вот есть беговая дорожка. Есть тренажеры. Вот можно позаниматься. Также здесь есть специально оборудованная площадка для детей. То есть там можно детей оставить под присмотром, там водные аттракционы для них есть небольшие. Соответственно, можете детей оставить там, а сами пойти куда-нибудь в кафе, либо пообщаться с друзьями, а детей оставить, чтобы они спокойно поиграли друг с другом. Сейчас мы с вами идем вдоль пляжа. Сейчас 12 час дня. Как видите, пляж полный, люди отдыхают, загорают. Также очень интересно, что для тех, например, если вы не любите песок, но хотите позагорать, здесь есть специальная лужайка зеленая, на которой тоже можно загорать, то есть принести с собой что-то там, постелить, полотенце, либо специальную подстилку, то есть постелить на эту зеленую лужайку и на этой зеленой лужайке загорать. То есть с одной стороны, вы на пляже, но с другой стороны, вы не будете все в песке после пляжа, что тоже очень удобно. Напомню, что температура воды сейчас плюс 24 градуса. В принципе, вода теплая, люди купаются. Поэтому, если вы еще в этом году не купались, не загорали, то как раз самое время сейчас, вот март, апрель и начало мая, прилететь в Дубай и отдохнуть, насладиться солнцем и хорошим отдыхом. Сюда, на этот пляж на GBR, можно добраться тремя способами. Первый способ – это на метро приехать на станцию Дубай Марина или GLT, а потом пешочком пройтись до пляжа, то есть это займет где-то минут 10-15, наверное, пешком. Либо можно сразу на такси приехать, просто говорите таксисту, что мне надо GBR, и, в принципе, они все знают это место. Либо, если вы взяли машину в аренду, то можете сами, соответственно, на этой машине арендованной приехать сюда. Здесь, кстати, соорудили новую парковку специально для тех, кто приезжает на пляж. То есть это платная парковка, она стоит 20 дирхам в час. Современная новая парковка, то есть там проблем нету, места есть свободные. Просто ставите машину и все. А на выезде вы расплачиваетесь в зависимости от того, сколько часов простояния. С вами был Азат, специально для канала InDubai. Это было видео про погоду в Дубае в марте. Если вы уже были на этом пляже на GBR после ремонта, напишите в комментариях свои ощущения, свои эмоции от отдыха на этом пляже. Если вы еще не были, то напишите в комментариях, когда планируете прилетать. Возможно, вы найдете себе заодно и новых друзей, кто тоже в это же время с вами приедет отдыхать. Всем пока-пока, до скорых встреч!